В Украине давно пытаются добиться перемирия, но, к сожалению, этого не происходит. На мой взгляд, сейчас в этом есть огромная вина президента, нового президента Украины Порошенко, потому что я считаю, что он должен пойти на все условия Донецкой Народной Республики. Потому что не нужно провоцировать конфликт. Есть мнение людей, которые выдвигают свои предложения. Он президент, он должен людей слушать, его выбрали люди. Не для того, чтобы он против них направлял военные действия, и там была куча смертей. А для того, чтобы его выбрали, для того, чтобы он урегулировал ситуацию в стране. Прошли выборы, а война продолжается. Это очень плохо. И я считаю, что политика президента, нового президента Украины Порошенко, она в корне неправильная. И очень плохо, что он начал с этого свою деятельность в качестве президента. Потому что ничего не происходит. Он не идет на контакт с Донецкой Народной Республикой для того, чтобы как-то урегулировать ситуацию. Военные действия происходят, происходят и происходят. Люди погибают, погибают и погибают. Гибнут мирные люди. Огромное количество людей уже погибло. Я считаю, что перемирие очень важно. И нужно сделать все, чтобы сейчас перемирие наступило и прекратилась война.